Центральная избирательная комиссия установила дату и место приема документов для регистрации кандидатов в депутаты на досрочных парламентских выборах. Так, Центр избирком будет принимать с 14 мая и до 11 июня включительно в здании ЦИК в Кишиневе по улице Василия Александрии, 119, кабинет 202. Понедельник, пятница с 9:00 до 16:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:00. 11 июня с 9:00 до 17:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:00. Документы на регистрацию инициативных групп по поддержке независимых кандидатов в депутаты будут принимать с 12 мая до 11 июня включительно, также в здании Центра избиркома. Кандидаты должны будут представить от 2000 до 2500 подписей в свою поддержку. Количество подписей для кандидатов-женщин вдвое меньше. Кроме того, ЦИК утвердил на сегодняшнем заседании максимальный плафон расходов электоральных конкурентов. Комиссия установила плафон финансовых средств, которые могут быть перечислены на расчетный счет инициативной группы для независимого кандидата в депутаты. Эта сумма не может превышать 108 950 леев всего. Также комиссия установила плафон финансовых средств, которые могут быть использованы из предвыборного фонда, предназначенного на электорального конкурента. Этот плафон 20 миллионов 707 тысяч леев. Для партии эта сумма составит 50 тысяч леев и 10 тысяч леев для независимых кандидатов. Также ЦИК установил размер беспроцентного кредита для электоральных конкурентов. Кроме того, 68 человек были зарегистрированы в качестве национальных наблюдателей от ассоциации «Промалекс».